Итак, начнем. Познакомьтесь, шимпанзе номер 9. Мы создали лекарство, которое позволяет клеткам его мозга восстанавливаться самостоятельно. Мы зовем его Панацея. Кому яйца отвалит? Смотри-ка, он умный, да? Не, нихуя. Дом. Ты научил его писать? Ну да, и не только. Цезарь продолжает показывать навыки понимания, которые уже превосходят человеческие в сопоставимом возрасте. Лекарство кардинально усилило мозговую активность. Оно работает. Исследования должны быть ограничены. Это разве не шимпанзе? Ты как, приятель? Нет, ты не домашнее животное. Как надо правильно трахать свою подушку. Вы никуда не уедете без меня, ясно? Я вам говорю! Стойте на месте! Стой на месте! Отхожу, убит! Папа! Алло. Он никогда не жил с другими обезьянами. Ты останешься здесь! Мы не идем домой! Оцени этого парня, он типа особенный. Тупая мартышка. Скоро поймешь, кто тут босс. Вы не представляете, с чем имеете дело. Комарики.